Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня будет обзор на мой заказ интернет-магазина Ifrosche. Если вам интересно узнать, что же в этот раз у меня было в моем заказике, тогда я вас приглашаю к просмотру и начнем. Была вот такая вот коробочка в этот раз. Здесь были мои хотелки и то, что на меня больше всего произвело впечатление из предыдущих заказов. Начнем мы, наверное, с того, что была заказана масочка «Камелия и красный виноград» номиналом, как обычно, 150 мл девочки. Маска, правда, на меня произвела впечатление. Единственное, точнее, у нее всего три минуса. Аромат, объем и цена. А как она работает на волосах, как она смывается, волосики после нее напитанные, блестящие, ухоженные. Вот за это вот ей просто большое спасибо. И как производитель еще говорит, здесь натуральные компоненты. Покупаю ее. Первая пришла мне, как вы уже знаете, в подарок. А это моя уже собственная покупочка. Следующее, что я заказала, это уже был парфюм Soul Elixir, который мне попадалось также дважды, по-моему, пробнички попадались в заказиках. Правда, парфюм мне понравился. Упаковочка у него была полностью закрыта. Это я уже испробовала. Вот такая вот малюточка, прелестница. Здесь 30 мл, аромат безумно, знаете, вот он больше зимний, он... Я даже его описать не могу, девочки. Это просто нужно прийти в магазин Ifrosche и его попробовать. Потому что для меня это напоминание какого-то люксового аромата. Правда, очень хороший. Пульверизатор у него распыляет... Нет, я сейчас не буду, потому что сейчас весна, и мы сейчас собираемся за покупками. Не хочу нервировать людей в округе. А он достаточно очень такой, знаете... Серьезный зимний парфюм, но не купить его я не могла, потому что в пробничке, который попадался, мне очень сильно понравился, и решила заказать себе 30 мл на пробу, как пойдет, девочки. Но я его вчера наносила, и могу вам сказать, в той комнате, где наносила данный аромат, еще несколько часов стоял аромат данного парфюма, так что, девочки, достаточно... Достойная покупка. Следующее, это, собственно говоря, весь мой заказ. Следующее, это будет у нас уже презенты от компании Ringosh. Здесь также у нас была товарная накладная. Что у нас пришло в подарок, что у нас мы сами заказывали. Первый подарок, это тоже был парфюм. Это у нас парфюмчик в объеме 15 мл. Называется «Несколько нот любви». Аромат понравился мне менее, но я его еще просто не распробовала. Вот такое вот крошечка, 15 мл. Также стекло, крышка, пластик, тоже хороший пульверизатор. Распределяет парфюм он облаком. И мне понравилось, да, вот не во всех парфюмах, ну, можно сказать, да, вот которые мы покупаем, заказываем через каталоги, и вот так вот, не каждый. То есть Ifrosche просто за все года, что у него есть аромат, они очень сильно поработали над качеством упаковок, над качеством пульверизаторов, над качеством самих ароматов, то есть достаточно достойные продукты стали. И они стали более стойкие, чем были раньше. Большое спасибо, мне понравился данный презентик. Если сама не буду пользоваться, то не стыдно будет подарить, и очень даже неплохая штучка в подарок. Следующее, что мне пришло, это был дезодорант. Он у нас идет с ароматом лаванды, лаванда Прованса. Один в один аромат гель для душа лаванда Прованс. Правда, мне нравится этот аромат, как раз скоро будет уже дезодорант у нас будет идти в большей активности, и думаю, летом на пляж, может быть, можно будет им воспользоваться. Как раз распробую. Здесь производитель нам говорит, что не содержится соли, алюминия, спирта и парабена. Не знаю, девочки, посмотрим, попробуем. Также мне пришло в подарок, на пробу пришли мне пробнички. Это у нас старушка Evidence. Пришел Rose Oud какой-то аромат, еще не открывала, и мужской аромат. Сер Ветивер, если я правильно читаю, вот. И пришел мне вот такой вот какой-то
рекламный журнальчик, мир книги. Такие вещи я не заказываю просто, но все равно спасибо. Вот, девочки, это был весь мой заказ, все мои подарочки. Если вам понравилось видео, конечно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, пользуетесь ли вы данными парфюмами, чем вы пользовались, мне будет интересно послушать. И есть ли те девушки, которые распробовали данную маску, мне тоже интересно узнать мнение, какое у вас сложилось при покупке и пользовании данного продукта. А я вам желаю хороших скидок, выгодных покупок. Берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ира. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.